Глуховский хлопчатобумажный комбинат имени Ленина – одно из старейших текстильных предприятий Подмосковья. Недавно здесь вступила в строй новая предельно-ниточная фабрика. Все ее цехи разместились в громадном зале с микроклиматом и специальным освещением. О том, как работает комсомольско-молодежная бригада гребнечесального цеха, рассказывает секретарь комсомольской организации Нина Мингазова. В нашей фабрике созданы все условия для ударного труда, поэтому нельзя не выполнить установленных норм выработки. Все наши девушки, а их в цеху 20, приняли на себя социалистическое обязательство закончить годовое задание на месяц раньше срока, то есть к 1 декабря. Свое обязательство мы выполним. Ежедневные задания девушки выполняют на 120-110%. Соревнование за досрочное выполнение плана третьего решающего года пятилетки широко развернулось во всех цехах Глуховского комбината.